В Мариинско-Посадском районе подвели итоги социально-экономического развития за первое полугодие. В обсуждении принял участие глава Чувашии Михаил Игнатьев. Первое полугодие Мариинско-Посадский район завершает с неплохими показателями. Сохранились сбалансированность и устойчивость в бюджетной сфере района. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась сумма налоговых и неналоговых доходов. Этому способствовало открытие новых предприятий малого и среднего бизнеса. Отраслевая структура, распределение малых и средних предприятий, свидетельство о развитии предпринимательства, преимущественно в сфере торговли и общественного питания, что составляет 34,4%, сельское хозяйство в общем объеме составляет 14,1%, промышленность 12%, строительство 5,8%. Вырос объем отгруженных товаров собственного производства, увеличилась средняя заработная плата, сократилось количество безработных граждан. В ближайшей перспективе в районе планируется открытие асфальтобетонного завода. В муниципалитете продолжается капитальный ремонт домов и дворовых площадок. Успешно реализуются инвестиционные проекты. Активно вводятся в оборот заброшенные земли. Растут показатели производства мяса и молока. Государственную поддержку по программе «Начинающий фермер» в размере 3 миллионов рублей получили три хозяйства. В 2017 году в Марпасаде планируется ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов. В районе завершается строительство автомобильной дороги Марпасад-Кушниково. Результаты, которыми сегодня гордится район, были бы невозможны без совместных усилий. У района большой потенциал, и от того, как мы объединим усилия, зависит будущее района, отметил глава республики. Ваша инициатива, когда есть, она всегда будет поддержана. Вот нельзя отставать, нельзя опаздывать, тем самым вы теряете привлечение инвестиций. Вот так надо работать, чтобы Мариинско-Посадский район был в числе, допустим, лучших районов республики. Развитие сферы туризма открывает перед малым и средним бизнесом дополнительные перспективы. Интересное предложение бизнес-сообществу сделал министр культуры по делам национальности и архивного дела Чувашской республики Константин Яковлев. Минимум вложений помогут вдохнуть новую жизнь в памятники архитектуры, находящиеся в весьма плачевном состоянии. Уважаемые бизнесмены, предприниматели, за рубль можно взять сегодня эти объекты культурного наследия. Вы можете их реконструкции сделать, ремонтировать, использовать для своих нужд. Это очень выгодное сегодняшний день предложение. Родион Архипов, Олег Якимов, Республика.